Ну, добрый вечер. Теперь вечер действительно обещает быть добрым. Асус Полар против ниндзей в пижамах. Шведского коллектива, который сражается за выход в гранд-финал. Конечно же, Асус Полар за тот же выход, в тот же гранд-финал сражаются. Счет на данный момент 1-1. Только что, буквально пару-тройку минут назад, может 5, может 7, уже не считаю эти минуты. Сегодня черти знает, сколько было трансляций, но, тем не менее, Асус Полар в кровавейшей катке нагнули команду Ниндзя Ин Пижамас. Посмотрим, успеют ли они разогнуться до начала этого матча. Пока что Асус Полар должны быть на такой плюс морали, что вывести будет непросто. Или Данна Сларке после нереальнейшего провала в первой катке на клинце. Опять или Данна Сларке будет у нас в этом матче, как я понимаю. Дазл тот же, который был ранее. Кло, конечно, новая история. Пак от Фобоса, скорее всего, будет у нас в мид. И кто у нас? А, Мак у нас будет на клокверке. Ну, в принципе, все понятно по лайнам. Команда Ниндзя Ин Пижамас взяли Луну. Ту Луну, которая уничтожила вчера команду Power Rangers. Вич Доктор, Чен и Queen of Pain. Хэндскин на Чене — это беда, это такая нереальная беда для команды Power Rangers была вчера. Я думаю, что он чуть ли не... с Луной они там немножко соперничали, кто сильнее натыкал команде Power Rangers. Короче говоря, следующая игра будет решающая, разумеется, для каждого из коллективов. Проигравший остается на третьем месте, победитель минимум занимает уже второе и направляется к Грозной Империи в гранд-финал. А там уже кто кого посмотрим. Болеем за Asus Polar 100%, никакой объективности здесь не будет. Вообще мы не подписывались на объективные комментарии. Asus Polar — СНГшный коллектив, это Россия. А ниндзи в пижамах — это... Да, это вообще слишком далеко, чтобы обсуждать. Ну что, давайте по пику быстро пробежимся. Баны интересуют ли нас? Да, баны нас интересуют. Фобос в прошлой катке на Веномансере просто унизил команду Ниндзя Ин Пижамас. И теперь... Веномансер отправляется у нас в баню. Не хотят против него играть ниндзя, я бы тоже не хотел. Также отправляется у нас в бан аппарат. И Скайрос Маг последним пиком залетает для Asus Polar. Давайте по игрокам сразу же разбираемся. Видим, что команды не тупят. Никаких пауз, как на каких-нибудь Join Dota, MLG Pro League, которые мы комментим, не имеется. Начали игру, полетели друг на друга моментально. Вообще нечего даже разговаривать. Переключаем камеру, нас ничего не интересует, кроме событий на нашем экране. Наблюдаем, кто на ком играет. Хэндскин, конечно же, о боль для команды. Asus Polar играет на Чене. Лимп играет на Queen of Pain. Эрон на Луне. Силкит играет на Вич Докторе. И Йонас Омфан играет на Фениксе. Феникса придется контрить по всем фронтам, это 100%. Феникс неприятный персонаж. Ладно, дальше, гоу. Год. Треймейк Сяо играет у нас на Дазле. Иллидан играет у нас на Сларке. Мак на Клоке в сложной. Фобос мид отходит на Паке. И Лил играет на Скайрос Маге. Все, по персонажам разобрались. Там, походу, кто на ком играет, еще раз сами себе напомним, сориентируемся. Ники героев написаны над персонажами в доте. Такая уж у нас механика. Asus Polar должны быть на плюс морали 100%. По пику, в принципе, ситуация, в общем-то, ровная, хотя немножко меня пугает эра на Луне. Если смогли законтрить Фантом Ассасин, то как делать, как быть с Луной, которая просто обязует против себя собирать Black King Bar, мне непонятно. Ну, чуть-чуть больше будут фармить, чуть-чуть лучше будут одеваться. Фобос влетает у нас на... не Фобос, точнее, а Феникс влетел у нас. Попытался украсть руну у Фобоса. Ничего у него не получилось. Фобос забирает баунти руну, а со стороны команды NIP руна, я так понимаю, отходит Лимпу. Да, Лимп тоже у нас с руной. Ну, все нормально. Мидеры разобрали баунти, можно драться. Наблюдаем за мидом и параллельно смотрим, что у нас по лайнам. По лайнам Эра отправляется в легкую с Силкидом. Ничего шведы решили не выдумывать. Это правильно, слишком дорога цена победы и поражения в данном случае. Хэндскин влез. Сова уже есть у Хэндскина. Хэндскин уже сейчас пойдет на лайн мешать команде. Asus Polar неплохо получал, получал по своей огненной голове Феникс. В легкой стоит у нас Лил, помогает он фармить Иллидану. Иллидан не в соло, Иллидан стоит под сейвом, и это уже хорошо. Даблу отправили фармить в сложную.
Так, у нас здесь есть Dazzle. Dazzle вообще пока ничего не вкачал. Poison Touch в прошлой игре мы видели, был вкачан против, против сложной команды NIP. И это сработало. Бэтрайдера загнали как только могли. Маг получает по спине. Ну, здесь понятно, что Shadow Wave уже вкачан от Dazzle. По лайнам, как будут стоять команды, от этого нереально много зависит. Феникс куда-то у нас залетел. Ну, стой здесь, что Феникс? Феникс здесь еще и может огрести. Я думаю, на паузу нажимает у нас команда Asus Polar. Что-то, видимо, не так. Что может быть не так, непонятно. Ладно, разберемся. Давайте глянем по начальным артефактам. У кого что? Looks fine now. Окей, go. Хорошо, мы согласны. У Сларка Стаут Шилд есть 490 по голде уже имеется. Сларк 5-6 идет лучший крипстат на карте. У Лимпа... Продолжение Сларка 5-4. У Фобоса 5-2. Ровненько идут по крипам. Хенскин не считается. Хенскин в лесу. Маг двоих уже насобирал. Крипов 1-2 у Дазла. Ну, дальше по нулю. Самое приятное в этой ситуации, что Эра имеет крипстат. Уже 1.5 минуты сыграно, но у Эры крипстат 0-2. Если Эра стал денайд здесь крипов вместо того, чтобы их добивать, у меня для него очень плохие новости. 0-0 счет. 1 минута. Ну, с половинкой сыграно. Между коллективами наблюдаем. Катка, еще раз говорю, за выход в гранд-финал данного турнира с охренительными призовыми. Если кто видел курс доллара, вы понимаете, о чем я говорю. Ну что, можно драться. Можно драться, надо только отжать для этого паузу. Секунду по трансляции. У кого что по звуку, всех все в порядке? Вижу, да, вроде бы все в порядке. Картинка есть по качеству. Кто задавал вопросы, качество будет немного получше. Мы ждем ответа от Твича. А там уже расскажем, как что надо, я думаю, всем, кто готов смотреть доту. Готовы команды, да? Я так понимаю, готовы. Асусы предлагают попробовать. Все, отжимают паузу, игра продолжается. Силкит у нас стоит, помогает Эри. Эра наконец-то добивает крипа. Маг здесь тоже подфармливает. У мага по крипстату 2 на 2. Опять пауза. На этот раз пауза от лимпа. Что не так? Что не так? Lagging balls. Все лагают. Я смотрю, даже комментаторы у нас подлагивают. Все лагают. У меня все хорошо. Надо выбирать правильный сервер. Все вроде бы хорошо. Отжимают паузу, игра продолжается. Игра продолжается, и по лагам, в принципе, ничего не чувствуется. Картинка ровная, картинка без каких-то спайков, лагов и еще прочей ерунды. Эра стоит на месте, Эра стоит на месте. Я думал, может, Эра отвалился? Нет, Эра просто задержал крипов, чтобы лайн не переместился к нему под тауэр, где будет фармить крайне неудобно. Эра фармить умеет, и об этом знают, в принципе, все. Где у нас Феникс? Феникс у нас здесь. Неужели он в соло гребет от тролля? Что творит Феникс? Он залетел сюда. Ну, место крутое. Я так понимаю, фармить он будет здесь еще долго. Феникс, в принципе, готов с троллем посостязаться. Не очень повезло ему, что здесь рейнджевые ребята. Но Феникс улетает отсюда. И, я так понимаю, не лучшее место для фарма он выбрал. Ну, пускай. В это время Иллидан на лайне фармит. У Иллидана 15 на 2. Крипстат пока что лучший на карте. На 3-й минуте 15 крипов. Все хорошо. Фобосу что прилетело? Фобосу прилетела баночка. Лимп врывается у нас на Фобоса. Фобос ничего толком не заевейдил. Иллюзорий орб в спину лимпу. В прошлой игре Фобос играл на Веном Мансере, а на пак, в свою очередь, был на... Господи, на паке, в свою очередь, отыгрывал лимп. На этот раз поменялась ситуация. Фобос играет на паке. И как, я думаю, правильно пишут в
чате Изи Каточка, Фобос на паке. Фобос на паке сыграл больше, чем я вообще, наверное, партии сыграл в доту, или хотя бы видел партии в доту. Лил на Скайрес маги пока что водит крипов, не всех, а хотя нет, всех Лил шарит, Лил всех перевел крипов на нейтралов. И здесь Иллидан, в принципе, имеет вполне себе комфортный лайн. Можно стоять, лайн не пушится, лайн, в общем-то, под контролем. 22 на 16 у Иллидана, у Лимпа 17 на 10. Пак против него 15 на 3 стоит. Фобос нормально фармит, пока никаких серьезных критических замечаний к нему быть не может. Дазл тоже фармит неплохо, 3 на 3. И у Магана сложной 9 на 3. В это время у Йонаса Мфана, который должен был стоять на сложной, у него 4, точнее 5 уже на 0. Он просто стоит и бьет крипов. И это очень медленно. Это очень медленно. При этом Иллидан стоит и фармит как сумасшедший, ему уже что-то должно лететь. Я думаю, Медас, скорее всего, да. Hand of Midas рецепт уже летит Иллидану. Драки у нас... Наконец-то у нас драка началась. Так, у нас здесь врываются куча, толпа огромная от Чена. Стопят у нас мага. Будет ли подсейв? Уходит отсюда маг. Мага еще раз подсейвили. И Силкит вместе с Эрой в конце забирают мага. Неприятное начало для команды Asus Polar. И Эра... Хотя бы Эра не забрал этот фраг. У него есть ассист. У него 17 на 7. У мага 9 на 3, маг отъезжает в таверну, скоро сюда вернется. Подсейва не было, и вот он этот неприятный хендскин. С этими неприятными крипами, с этими мерзкими тупыми кентаврами из леса, которые просто приходят и топают где попало. Почему-то где попало всегда оказываются игроки команды Asus Polar. Ну а день назад это были игроки команды Power Rangers. Хендскин на Чене — это невероятная головная боль, это вообще даже не обсуждается. У Иллидана уже имеется Hand of Midas, у него практически 6-й левел, надо вкачивать 6-й левел и бежать отсюда, как бы не умереть здесь Иллидану. Иллидан входит у нас в ульту, в Shadow Dance, и все, прилетел Феникс. Феникс решил напасть, Феникс напал. Феникс отправляется у нас в таверну, и счет становится 1-1. 1-1. Asus Polar сравнивает счет в этой катке. 3-2-2. 3-2-2 зарабатывает у нас команда Asus Polar по 1-6-1. Разделили между собой. А потом ходи, объясняй, что это совершенно случайно, я вообще здесь ни при чем. Короче говоря, команда Asus Polar немножко по деньгам поднялась. Даже вслух не буду произносить, насколько. Давайте глянем графики. 250, а тут где-то 300, а где-то здесь еще немножко. Asus выигрывает. И по экспириенсу та же история. Ну, чуть-чуть больше 200. Короче говоря, в любом случае Asus впереди, даже несмотря на то, что на ФБ отдался маг. Это означает, что фармят они получше. Тут проседает Феникс по Нетворсу, давайте глянем. Он на предпоследнем месте, якобы номинальный оффлейнер команды NIP. На предпоследнем месте ему немного проигрывает саппорт Дазл Лил, точнее Гатрем Мэй, господи, как такой Ксяо, короче говоря. Проигрывает совсем немного по голде. Маг на данный момент имеет уже тапок, есть у него Стаут Шилд, есть 570 по голде. Всего 6 минут, а такое ощущение, что вечность прошла в этой игре. Так, выходит у нас в бок, как я понимаю, подраться хочет Феникс, но с ним, я думаю, готовы драться. Иллидан здесь, Сайленс пошел у нас Феникса, привязки нет, на паунс не хватает маны, но Феникс отсюда не должен улетать. Голуби летят к нему, еще один удар, и Феникс отправляется в таверну. С возвращением на лайн Феникс. Лил забирает этот фраг. У него счет 1-0-1 по голде. Команда Asus Polar должна быть немножко да впереди. Ждем обновления графиков. 2-1 общий счет. Феникс пока что самое слабое звено команды NIP. Можно продолжать в том же духе. Почему бы здесь не продолжать веселиться? У Сларка максимальный нетворс на карте 3900. На втором месте у нас Лимп и Фобос, даже разделять их не буду, там разница всего-то в 25 по голде. Короче говоря, меняются местами. Здесь готовится выход на первый Т1 по нижнему лайну. И магу лучше бы не подставляться. Как-то когами, возможно, есть смысл отдефать лайн, оттолкнуть всех этих свиней, которые привел с собой хендскин. Так и делает у нас маг. Маг на себя крипов стягивает, но, к сожалению, только одного. Пошел проседать тауэр, проюзали глиф. Крипов убили, сейчас начнут падать кентавры. Также сюда подходят обычные крипы. Ну, по-быстрому надо спушить. Тут попробую спуш по-быстрому. Дазл хилит вполне себе нормально. Что у нас у Эры? У Эры ПТ есть, Аквила есть. Аквилу включили, ну все. Забросали мешками навозом и снесли первый тавр.
Все, что из леса набрал с собой Чен, пока что живо. Да, кентавр на лоу хп, но кентавр живет, и кентавр может дать стан. Это опасно, и лучше бы с этим не шутить. Выходят на второй тауэр. Т2 по низу. Может, как-то надо подсейвить. Может, кто-то подойдет. Хотя бы с мида кто-то сместится. Где Фобос? Почему Фобос до сих пор не здесь? Фобос не здесь, Лил не здесь. И просто так отдают сложную линию. Линия будет спушена вплоть до хайграунда. Зачем это надо команде Asus Polar, мне пока непонятно. Я думаю, Polar'ам тоже это не совсем понятно. Ну, что это за ситуация, тоже не ясно. Это какой-то кинофильм «Не вижу зла 2». Нам пушат таура, мы на это не обращаем внимания. Теперь по голде понятно, что все в пользу команды NIP. И 500 это не предел, дальше будет больше. Чен скилл приручение крипов не теряет, а значит товара будут продолжать падать по экспириенсу. Ну, по экспириенсу, конечно, просто ничего толком не выигрывает NIP. Два спушенных товара и всего 1000 по экспириенсу. Давайте нетворк взглянем. На первом месте у нас Иллидан. Иллидан никуда отсюда не уходит, но это напоминает мне вменяемые пабы с вменяемыми тиммейтами, когда ты играешь за керри, и тебе просто говорят вообще не обращай ни на что внимания, стой и фарми, потом мы тебя позовем. Так, у нас здесь забирают Квапу, Фобос врывается сюда, под римскойлом разобрали Квапу, позже посмотрим повтор. Каски летают между Лилом и между ВД, они уходят отсюда, и все. В принципе, в безопасности нет, не в безопасности. Здесь Феникс, но Феникс сразу же получает Silence. Умирает у нас Лил, и Дазл один в этой куче неприятностей остается. Два в один подрались, Квапу разменяли на Пака и разменяли еще и на Лила. 3-3 становится счет, команда NIP пока что более уверена в драках. Как минимум в этой. 1000 по голде, по экспириенсу Асусы впереди, но экспа движется в сторону нуля. Иллидан фармит. 1800 на руках. Я думаю, это будет выход в даггер, скорее всего. Также спушивается у нас Т1 на миде. Но здесь Чен в пике. Чего еще ожидать? Чен будет пушить. Иначе зачем он нужен был в начале этого матча? Давайте по артефактам посмотрим, что ранее появилось. Хедреска уже есть у Чена. Помимо хедрески, по-моему, больше ничего. У Queen of Pain Oblivion Staff имеется Power Threat, ну, Талисман тоже толком ничего интересного не появляется. У Луны тем временем Helm of Iron Will в одиночестве, Доминатор Эра не собрал, но у него на это есть деньги. У Фобоса, в принципе, очень вовремя появляется даггер. Этот даггер появляется не просто на голом месте, он появляется после Нул Талисмана и Ботла. Здесь Лил стоит на подсейв. Я так понимаю, стараются байтить у нас на Фобоса. Можно байтить и можно драться. У Феникса не все так хорошо, как ему хотелось бы, но вполне неплохо. Так, у нас поймали Эру. Эра отсюда сможет ли улететь? Неужели Эра улетает? Эра отсюда улетает. Он просто делает ТП-аут. Hands of God провязал у нас Чен, выформил Эру. Эра отправился на базу битый, но живой. У нас Иллидан был сильно просевший по ХП. Где он это сделал? Он это сделал на своем желании. Здесь начинает его гонять Феникс. Иллидан, в принципе, знает, как с этим справляться. Что у Иллидана по вещам? Что-то уже Иллидан улетит. Иллидан улетит Яша. Это будет выход в Сенджин Яша, я так понимаю, ранее. Скорее всего, Иллидану прилетела Яша, Иллидан готов драться. Судя по всему, недолго будет у нас стоять Иллидан на лайне. Судя по всему, готов идти и сражаться. Ну, 3-3 счет. Игра, конечно, напряженная. Дело в том, что вроде бы экшена по минимуму, но цена победы и поражения настолько высока, что расслабиться мне не дает. И я надеюсь, вам тоже не очень спокойно при этом матче. Йонасом Фан у нас уже насобирал Tranquil Boots. И у него есть Gloves of Haste. Скорее всего, пойдет в Hand of Midas, иначе вообще зачем? Ну, он видит, что фарм никчемный у него, и где-то хотя бы что-то по лесу накрысить. Ну, пускай. Limp Oblivion Staff уже имеет. Robo of Magic также у него есть. Выход в Orchid of Malevolence. Witch Doctor от Силкида. С ПТ ходит и Нул Талисманом, Варды девардит. На Рошана выходит команда NIP и забирают без проблем. Луна нормально дамажит с руки, у нее уже есть Доминатор, у нее в 2 вкачан Lunar Blessing. В общем-то, по дамаге 130. Здесь опять же есть бомжи, которые готовы всю дамагу в себя впитывать. Рошан Луну не бил. Фобос уже здесь, Фобоса видели. И Фобоса знают, что есть даггер.
просто так нельзя будет ворваться, хотя вроде и говорится, да, что нельзя ворваться будет просто так, есть эта информация. Обычно с даггера прилетают в самые неожиданные моменты, ты только теряешь концентрацию, как на голову тебе ставится Dream Coil. Фобос это делать умеет и неоднократно делал уже во всех всевозможных турнирах и за любую команду, за которую он играл. Феникс здесь, Эра здесь тоже. Выходят они пушить Т1, как я понимаю. Ну, да, да. Линия нижняя спушена. Мид спушен до Т2. Т1 будет падать. Два кентавра, сова, тролль. И, конечно же, скелетон варьеры. Куда вообще без них? Ух, слава богу, хоть пацаны эти упали, иначе моментально бы свалился тавр. Хотя и так достаточно быстро валится. Ну, а команда... Асус решила выйти в мид и спушить его. Прилетает здесь два. Может, есть смысл подраться? Врывается у нас Иллидан. Надо входить в Shadow Dance. Входит Shadow Dance. Нападает у нас на ВД. Силкит бегает. Но Силкит, скорее всего, развалится. Да, развалится Силкит. Здесь Фениксан. Фениксан, по-моему, никого не цепляет. Пока что один ВД мертвый. Где у нас Иллидан? Иллидан пошел поле сам. Ему надо срочно через паунд свалить отсюда. И каким-то образом... выжить. Да, Иллидан улетает через степ-аут. Хорошо. Очень даже хорошо. Забрали Вич-Доктора. 4-3 стал счет. Набрали с него немного экспы, немного голды. NIP впереди, но это пока что. И Asus по экспириенсу на 500 выигрывает. Так, врыв у нас от мага в одного хендскина. Чен за все заплатит. Чен уходит у нас на базу не своим ходом. Еще один фраг. 4-5. В это время Skyros мага забирает у нас лимп. Ну, понятно, что Skyros маг сладкая цель для... лимпа. Так, Queen of Pain продолжает у нас погоню. Здесь есть Фобос. Надо давать сайленс на эту квапу. Она не должна отсюда уходить. Dream's Coil на Эру. Dream's Coil на лимпа. Лимп отъезжает. Лим умирает. И команда Asus Polar начинает вести. 6-4 счет. 554 поимели с одного лимпа. В принципе, за мидера можно было и больше дать. Эра бегает по-прежнему с Эджисом. У него... в итембилде есть доминатор, есть Band of Elven Skin, и у Феникса появляется то, о чем я вам говорил, Hand of Midas. А у Сларка тем временем появляется Сенжин Яша. Иллидан готов сражаться и по статам не собирается выходить в какую-то ерундистику. В принципе, на 15-й минуте, на 16-й минуте Сенжин Яша, это, по-моему, позволительно, это точно. Можно драться, можно выживать, можно переживать файты. В принципе, здесь и Power Threads на силу 1366. Тем более, что все вот эти приколы, которые есть у Иллидана, помогают выживать гораздо увереннее. Так, Иллидан у нас покупает ПТ. Будет ли он куда-то лететь? Иллидан пока у нас никуда не летит. Здесь команда Asus Polar втроем под смоком. Также под смоком команда... NIP. Готовится выход у нас на Фобоса. Фобос, по-моему, что-то понял. Фобос уходит у нас на руну. Есть хоста у него, но Фобосу надо бы отсюда лететь по-хорошему. Силкит уходит. Отличная реакция от Фобоса. Надо уходить в Иллюзорий Орб и валить отсюда. Он стягивает на себя всех. Надо ставить Dream's Coil. Нет. Фобос просто отсюда уходит. Через шейп-шифт нереально круто Фобос у нас все эвейдит. С Феникс Сан поставили. Ну, Фобос в итоге разваливается на куски. Вчетвером гонялись за ним, плюс эти твари, которых привел с собой Чен. Фобоса забрали. 5-6. Сколько с него поимела команда NIP? 569. И 1300 по опыту за ней заимели. Феникс начинает здесь делать фарм мультиспаунов. Через 5 секунд еще и откадешится Hand of Midas. Ну, мне не очень нравится то, что я вижу перед своими глазами, и то, что вы, конечно, видите на своих экранах. Команда NIP, мне кажется, повторяет прошлый матч. У них огромная толпа ребят, и они просто идут пушить мид. Чем их убивать, пока что не ясно. У Луны нету БКБ, этим надо пользоваться, но у нее, у Луны до сих пор прекрасный артефакт от Рошана. У Луны две жизни, фактически маг у нас здесь ловит Sonic Wave, погибает от рук лимпа, не от рук Эры. Хотя Эра тоже немножко сверху бимом проверил мага. 6-6 становится счет. 17 минут 45 секунд. Иллидан здесь. Иллидан готов драться. У него есть ульта. Если что, надо разгонять всю эту команду. Команда расходится. Сайленс пошел от Фобоса. Фобос залетает на хайграунд. Что теперь ему делать здесь? Фобос на хайграунде. Он не может никуда прийти к своей команде. Надо отсюда улетать, делать тп-аут. Хоть что-то надо делать.
Фобос откэдэшился Даггер, драться он соло не будет. Сларк у нас погибает, Иллидан выкупается. Иллидан возвращается в файт, летят у нас сопли в эру, эра по-прежнему жив. Фобос уходит на свой хайграунд. Ну, кое-как отковырялись, тауэр стоит. У меня уже какая-то эпилепсия на экране началась. 8-7 счет на данный момент. По итогу этого файта команда Asus Polar потеряла 1234 по голде. Это два байбека от Сларка и от Мага. Не самым удачным образом подрались, но тем не менее этого раз-то я. Дот выигрывает не тот, кто больше убивает, а тот, кто больше строений сносит. И понятно, что тут до крови надо биться за любой тауэр. Тем более, если речь идет о хайграунде. Внешних тауэров остался ровно один на топе. У команды NIP. Сюда сложнее всего добраться. Это один из сложнейших Т2, который можно забрать, потому что надо пройти через вражеский лес. Но тоже с таким количеством крипов, которые есть у Чена, да и таким полезным... такой полезной штукой, как смоук, это проблемой не является. В принципе, зайти можно как угодно и забрать самый дальний внешний тауэр. Счет 8-7. Давайте глянем графики. Немного, совсем немного. Две... с копейками где-то даже, ну, пускай 3000 выигрывает NIP, и по экспириенсу 1000. По экспириенсу даже какая 1000, 200 по экспириенсу, 8-7 счет. Игра очень ровная. Это выход в гранд-финал. Это то, что победителю сулит. Поэтому, конечно, драка здесь каждая с максимальной концентрацией. Иллидан отправляется во вражеский лес. Что он тут будет делать? Он просто будет фармить, чтобы у Чена ничего не было. Чтобы у Чена не было вариантов кого-то забрать. И эти вонючие тролли, которые портили всю жизнь команде Asus Polar на первой катке, и которые Power Rangers похоронили, должны явно умереть. Ну что, у нас NIP, как я понимаю, выходят на команду Asus Polar. Кто здесь? Здесь Маг. Маг готов врываться, у него есть хукшот. Здесь Лил погибает, и Магу драться лучше бы не нужно. Поэтому Мак улетает у нас на свой фонтан. По итогу этого файта 398, но опять же это все копейки. Погоня у нас пошла за Иллиданом. Иллидан с ДД. Иллидан с ДД, у него 1600 на руках. Будет ли Иллидан что-то покупать? Может, есть смысл стаутшилд продать и купить тот же Point Booster, который поможет хоть как-то выживать в драках. Не знаю, Иллидану в принципе виднее. С другой стороны, у него уже близится покупка первого Ultimate Orb для Скади, поэтому может быть и неверно размениваться на такие мелочи, как Point Booster. 20 минут 52 секунды. Где у нас Феникс по ХП просел? Феникс на нижнем лайне. Просто дерется с крипами и теряет ХП. Молодец. Queen of Pain фармит лес. У нее есть Оркет, у нее есть Ogre Club 1300 на руках. Что у Эры? У Эры Яша, у Эры Ogre Club. Я так понимаю, Эра идет в БКБ. Не будет же Эра с Энжин Яша собирать на Луне. Или я вообще ничего не понимаю в Доте. Или ничего не понимаю в Эре. Иллидан 2500 уже имеет на руках. Возможно, Иллидан сразу пойдет в Башер. Это тоже было бы интересно. Без Скади, без ничего. Просто идти в Башер и просто отрывать лицо в драке. Почему бы и нет? Так, кор-герои, что еще? Так, поймали у нас хендскина под Римскойлом. Хендскин у нас Hand of God проюзал, но здесь этого не хватает. Здесь стоит Дезвард, маг вряд ли выживет. За магом огромная толпа, у мага еще и отрава от Акаши. Ну, в итоге убили лесного персонажа команды NIP и разменяли на хардлейнера мага. У мага по счету 2-3-1 у Чена 0-3-6. Хендскина более-менее загнали. Хотя посмотрите на количество строений команды Asus Polar на карте. Кто вообще кого загнал? У Фобоса тем временем появляется Ogre Club. Есть у него Юл. Ogre Club это будет на БКБ или это Ogre Club на Аганим. Узнаем немного попозже. Пока что не могу толком ничего сказать. Тут в принципе Аганим нужен. Ой, Аганиму. БКБ 100% нужен команде Asus Polar. Потому что... во-первых, каски, во-вторых, луна, в-третьих, Queen of Pain. Ну, короче, есть от чего защищаться, это 100%. Тем более, Квапа, я думаю, в скором времени пойдет в Аганим, и тогда такие ребята, как Skyros Mag, там, ну, Skyros Mag пускай нет, но если не заивейдит нормально пак шейпшифтом ульту Квапы, то может и пак полностью рассыпаться. 10-8, 22 минуты, всего 18 киллов, но такое ощущение, что прошло уже полжизни моей в доте. 23 минуты сыграно. Эра пошел у нас фармить эншентов.
Настакали здесь вообще уйму эншентов. Драка, драка, драка. Драка у нас здесь. Маг врывается у нас в силкида. Магу надо отсюда уходить. Маг отсюда не уходит. Sonic Wave не жалеет у нас Лимп. Лимп забирает еще один фраг. 3-2-5 у него счет. 5 ассистов, 3 убийства. Все у Лимпа в порядке. Мид нормально. Отстоял 3-2-3. Стоит у нас Фобос. Тоже мид-персонаж. Эра 3-0-4. Вот Эру никто не бьет. Это очень печально. У Эры БКБ появляется. Это все поверх Яши, поверх Доминатора, поверх Power Threads. Хэндскин здесь так по вижену, что по контролю территории. Здесь есть вард от команды Asus Polar. Если что, можно будет контролить, кто у нас в лес отправляется. Остальные варды у команды NIP в собственном лесу. В общем-то, один несчастный обсервер, но тем не менее хоть какую-то часть контролит. Рошан стоит. На Рошана можно заходить, но пока никто это не собирается делать. Где Иллидан? Иллидан? Иллидан покупает Point Booster, а это значит готовится выход. Подожди, а Point Booster после чего? После Ultimate Orb'а все-таки Point Booster, а то смотрю, как-то маловато денег у Иллидана. Point Booster после Ultimate Orb'а, выход в скаде от Иллидана. У него уже 2000 по ХП, а значит можно драться. По фарму он тоже на первом месте, как вы видите, 13 тысяч против 11300 против Эра. Опять же, не забываем, что Эра фармит сплэшом. А Сларк просто с руки бьет. Да, здесь, конечно, Дарк Пакт есть. Но, тем не менее, надо хоть что-то прокликивать для этого. Иллидан пока что ничего не боится. Иллидан под вражеским Т2. Где команда NIP? NIP дофармливает Рошана. И об этом, видимо, знали игроки команды Asus Polar. Просто стояли и просто пилили Т2. Т2 не забирают, но Рошана, тем не менее, отдали. Это не есть приятно. По голде NIP за 3 переваливают, ближе к 4. По экспириенсу чуть больше 1000. Здесь Иллидан. Теперь Иллидан бьет Т2 на топе. Иллидан вообще сумасшедший. В хорошем смысле этого слова. Иллидан просто ходит, разминает Тавра. Ну а что? Здесь кусочек подковырял. Там кусочек подковырял. Гляди, где-то Тавр упадет. Иллидан включил режим Наги Сирены, как я понимаю. И на Сларке гоняет по всем лайнам команду NIP. Надо. Вынуждены они бегать и ловить этого бешеного Мурлока по всем линиям своей карты. Так, у Лила. У Лила по артефактам ничего, кроме ПТ. У Иллидана скоро будет Eye of Skadi. Команда NIP отправилась на мид. Надо дефать мид. Что еще остается делать? Фобос здесь. У Фобоса Аганим практически собран. 700, точнее 600 остается. Убили Курьера. Тем временем, у кого Курьер погибает? Курьер погибает. Плевать вообще, у кого Курьер погибает. У нас горит Эра. Эра по-прежнему есть Эйджис на руках. Феникс здесь. Феникс, в принципе, очень битый. Входит Фениксан. Иллидан бьет яйцо Феникса. Феникс рассыпается. Умирает также у нас маг. 2-1 пока что разменялись. Феникс выкупается. А Эгис по-прежнему на луне. На луне Эгис еще пока не пропадает. Он, если тайминг у команды Asus Polar, конечно, есть вообще, о чем я спрашиваю. В принципе, Иллидан может себя в скаде принести. Возможно, даже оно сыграет пользу в данном файте. Иллидан врывается сюда, уходит. Врыв у нас от Фобоса. Фобос просто дает сайленс и уходит в иллюзорий орб. Все нормально, все прокликал, все через shift, все работает. Команда NIP в полном составе уже под хайграундом Asus Polar. Маг по-прежнему в таверне, у мага нет денег на выкуп. Горят у нас бараки, бьют бараки кентавры и бьет Эра. У Эры есть Аегис, хоть бы Аегис быстрее пропал. Пока что ничего не пишется, поймали у нас Иллидана. Иллидан под грейвом. Иллидан еще 7 секунд не будет Shadow Dance, надо через паунс отсюда упрыгивать. Иллидан погибает от сплитшотов тупой луны. У Иллидана 80 секунд не будет, он выкупается. Будут драться за мид игроки команды Asus Polar. Врыв у нас от мага. Добрый вечер, маг. Врывается у нас в ВД. ВД рассыпается. Мистик Флеер туда на Хэндскина. Хэндскин отправляется в таверну. ВД выкупается. Эра после Эгиса сейчас станет. Можно разбивать Эре лицо. Нужно разбивать Эре лицо. Иллидан вгрызается в него. Удар за ударом. Эра отправляется у нас на базу. Отлично. Просто отлично. Мегакилл уже был у Эры. И теперь этот мегакилл в руках Иллидана. Я имею в виду, конечно же, стрик, который он забрал. Иллидан выкупился, но Иллидан практически не просел по голде. Бараки стоят. Более главной. Главнее этого, конечно же, ничего нет, чем бараки, которые стоят на твоем миде. Поэтому я считаю, что верное решение было от Сларка выкупиться и ворваться в катку. Тем более, что это более чем на 100% себя окупило. Во-первых,
отстояли мид. Во-вторых, по деньгам он практически не просел. Ultimate Orb уже в курьере. Что у Сларка по золоту? По золоту? Да ничего, у Сларка по золоту еще очень долго не может фармить. А здесь есть Hand of Midas, можно покупать. Да, летит ему Orb of Venom. Это значит, что у Иллидана будет скади. Вот оно. Все, в принципе, по базовым артефактом для 28 минуты кое-как Сларк укомплектован. Здесь к тому же есть Сенджин Яша, который не обязателен был, но тем не менее у него в итембилде Луна здесь. Эре разбили лицо, Эра улетел отсюда. Эра, я так понимаю, умер в файте, да, если не ошибаюсь? Одну секундочку. Эра. Ну, будем считать, что умер. Хочу верить в хорошее. Самая добрая шутка о смерти. Лил собирает Вэлла в Дискорд. У Дазла. Выход в Аганим. Point Booster уже имеется. Опять здесь мультиспауны для этого эры. Что происходит вообще? Кто их делает? Кто там такой крутой саппорт у команды NIP? Иллидан выходит на Т2. Эра пускает иллюзии. Иллидан собирается разговаривать с ними. А почему бы нет? Иллюзии рассыпаются. Теперь, значит, нет мантастайла у эры в ближайшее время. Можно бы и подраться, но команда Asus Polar пока что далеко. Asus Polar растянулись по всей карте. Верно ли это? Не знаю. 3 игрока команды Asus Polar здесь. И 2 игрока внизу. Маг вместе с Фобосом. У Фобоса Аганим уже появился. 1800 сверху. У мага Staff of Wizardry и есть Ring of Regen. Надо оставлять крипа магу. Маг должен покупать рецепт на Force Staff. Так и есть. Маг парень шарящий. Слушай трансляцию. Так. У Фобоса, в принципе, мы уже смотрели, что. Ну, нет представления пока что у команды Asus Polar, где NIP. А вот теперь Иллидан видит Эру. У Эрис есть, по-прежнему есть Манта Стайл. Иллидан отсюда в Shadow Dance уходит. Надо сейвить своего мейн-героя. Команде Asus Polar гнать будут Иллидана очень далеко, я так понимаю. Врывается в него Лимп, Sonic Wave, если будет Иллидан, но пока что пофиг на этот Sonic Wave. Влетает у нас на паунсе на хайграунд, все с себя сбросил. Иллидан живой. Спасибо, разумеется. Что у Эры нового? У Эры ничего нового, кроме 1800 по голде. Эра улетает у нас на нижний лайн. Отфармливать линию, здесь Фобос на крыску. Решил забрать что-то. Так, в это время у нас погибает маг. Феникс убивает его на мидлейне. Мистик Флэр немножечко неточно от Лила. Зацепили у нас Феникса. Феникса развалили. Соник Вейв у нас в Скайрос Мага. Скайрос Маг отправляется на базу. Фобос здесь. Фобос поставил Дримскойл по двоим. Ну, 2-1 подрались. Феникса убили, потеряли мага и потеряли Лила. Не критично. Можно драться. Мид по-прежнему стоит. Да, нет барака. Нет Таура, но по-прежнему бараки стоят. Опять же, откдешился у нас барак милишный. Иллидан стоит и готов врываться. У него есть Shadow Dance, у него есть Сенджин Яша. Врывается сюда Фобос. Нет, где Фобос? Где Фобос? Почему Фобос не решил врываться? Непонятно. Иллидан просто так тратит Shadow Dance. В драке его сейчас не будет, а крипы уже идут. Идут не просто крипы, крипы с машинкой. Иллидан врывается, Фобос здесь тоже разбивает крипов, команда NIP отступает, так им и надо, поджав хвост, убегает у нас Эра. Как хотелось бы мне в это верить. 18 на 14 счет. Открываем графики, 5000 по голде и 2500 по экспириенсу. 31 минута, матч за выход в гранд-финал, 5000 по голде, не смешите меня. Это вообще не показатель. Драться можно и сражаться тоже можно. Не просто можно, а нужно. Фобос у нас аж на дальних крипов отправился. Здесь у нас бегает Силкит. Никого пока что поймать не могут. Силкида видят. Надо давать Сайленс. Сайленс дает в него Лил. Надо Мистик Флэр было проюзать Силкида. Мистик Флэр полностью влетает. Практически полностью в Силкида. На лоу хп он. Пошла у нас погоня за кем? За магом. Маг надо делать тп-аут. Маг не улетает отсюда. Труп мага отправляется на базу. Как же печально. Рошан еще не появился, и до Рошана еще достаточно времени. Нет, недостаточно времени до Рошана мало времени. Команда Asus Polar может его и потерять, по большому счету. 20-14 счет. 20-14, 4000 по голде. Выигрывает ниндзя в пижамах, по экспириенсу больше 3. Но опять же, 33-я минута, о каких вообще 3000 речь может идти? У Фобоса появляется плейтмейл, я так понимаю, выход в Шивас Гвард. Дарашана немножко, совсем немножко остается. К этому времени откадешится и появится у нас Клокверк.
с респауна. Команда... команда NIP у появления Рошана информации не имеет. Роха уже спустился, уже можно за него драться. Летит ракета, Фобос прочекал. Фобос, Мак все прочекал. Ракета улетает на лайн, но при этом через крипов. Увидели. Рисует у нас Лил на карте, где находится команда NIP. Опять же, в составе двух игроков, самых сладких персонажей. Вич-доктор, у которого 1100 по ХП и... Чен, у которого вообще ситуация неприятная. 1300 по ХП. В общем-то, это подарок для Иллидана. Иллидан пошел, забрал сову через Hand of Midas. Нечего здесь вообще ходить. Здесь у нас Пак. Пак и выйдет проклятие, как я понимаю. Да? Нет, не висят. Все правильно. Не висит на Фобосе никакого проклятия. Маг куда-то в никуда улетел. Нет, он летел в Лимпа. Лимп включил БКБ. Будет Sonic Wave мага, скорее всего, и заберет отсюда еще и... нет, улетает все-таки у нас Дазл. Пошла массовая драка. Шива с Гвард проюзали. Все, в принципе, подо льдом. Мистик Флеер пока что в никого. Эра. Куда Эра в ульту отправил? Эра в никуда отправил ульту. Эра простоял на месте с ультой. И сейчас можно начинать драться. Иллидан проюзал уже Shadow Dance. Пока что все живы. 5 на 5 дрались и все живы. На соплях дичайших улетел отсюда у нас Дазл. Точно так же ситуация была с Иллиданом. Феникс у нас здесь падает. Феникс фуловый. Феникса есть Шивас Гвард. Как неприятно для команды Asus Polar. Где у нас бегает... где у нас бегает Квапа? Квапа отправляется на руну на топ. Обновляет свою в банку. У Сларка что? У Иллидана 200 на руках. Иллидан собирается фармить БКБ. До БКБ остается совсем чуть-чуть. БКБ... это хорошо, конечно. Но я думаю, что Сларку неплохо было бы носить с собой ТП на случай... врыва команды NIP по миду, потому что здесь голые бараки. В любой момент можно зайти и просто снести бараки. Команда NIP может себе это позволить. Ниндзя в пижамах, во-первых, нормально по дамаге имеют, а с другой стороны и скилл хитрожопости, я думаю, вкачан тоже в максимум у шведских ребят. В принципе, ноунеймов здесь особенно нету. Игроки все опытные и прекрасно знают, что дота на крысу выигрывается на ура. Сларк улетает отсюда, зацепить его не удалось. Иллидан по-прежнему без БКБ. 2900 у него на руках. В принципе, через 50 голды можно будет купить уже Black King Bar. Будет ли он оставлять себе на байбек, не знаю. Посмотрим. По байбеку статус у него положительный. У Эры тоже есть байбек. У Дазла байбек тоже имеется. 20 на 14. Графики 4000 по голде. По экспириенсу 4 с плюсом. Плохо. Плохо, что не 12 в сторону Asus Polar, но очень даже терпимо. Сражаться можно, это в принципе ничего. Ловит у нас Silence. Иллидан, надо отсюда уходить. Надо уходить отсюда Иллидану. Shadow Dance есть. Вовремя проюзал Shadow Dance. Паунс. Еще один крик в спину Иллидану. Иллидан должен бежать отсюда. Надо грейвом как-то его подсейвить. Грейв в принципе имеется. Иллидан бежит как можно дальше. Линд здесь. Лимп уже готов за Иллиданом бежать. Иллидан ловит каски. Надо убегать отсюда. Здесь Эра. Как больно Иллидану по спине наваливает Эра. У Иллидана есть, если что, деньги на байбек. ...21-14. Убили Иллидана. 92 секунды не будет этого парня. 21 показатель его левела. Поэтому так долго нет Иллидана на карте. Рошан падает. Рошан падает. В это время команда Asus Polar решила на крысу снести нижний лайн. Ну, пожалуйста, почему бы нет? Надо как-то выманивать отсюда весь этот моб бомжей. Они, в принципе, прекрасно понимают, что команда NIP находится именно в пуле Рошана и забирают его. Айгис поднимает Эра, сыр лежит. Сыр забирает Вич Доктор, самый голодный. Так, здесь у нас соло находится Лимп. Может быть, был смысл ворваться в Лимпа, но чем его ловить? Чем его ловить? Вот чем его ловить. Лимпа пытается поймать пак. Дали Silence в Лимпа. Надо ставить Dreamcoil и улетать отсюда как можно быстрее. Фобос ставит Dreamcoil по троим. Старается отсюда уйти. Shapeshift через секунду. Уходит у нас Shapeshift. Никуда не улетает у нас пак. Пак остается... Да, нет, все-таки улетел. Пак не прокликал я вовремя. Пак улетает на хайграунд и ТП-аут делает отсюда. И это правильно. В спину ребятам заходит маг. Никто мага не видит. Если драться будут, это будет очень интересно. Маг, в принципе, готов зайти в спину команде Asus Polar. Ой, в команде ниндзя в пижаме. Господи, уже кроет просто.
У мага крутая позиция. Ворваться со спины это очень серьезно будет. Но для этого должен быть жив Иллидан. Маг ждет. Маг готов. Маг старается. Иллидан не оживает. Тут уже дело просто в физических показателях. Показателях временных и длительности одной секунды. Команда Asus Polar должна защищать свой нижний лайн. Иллидан жив. У Иллидана на байбек денег... да, деньги будут у него на байбек. Влетает у нас Феникс с Шивой, всех продамажил, но это не так страшно. Врывается у нас пак. Сайленс пошел по Эри. У Эри есть Аегис. Его выхиливает Феникс. Стоит Феникс и просто хилит всю команду. Лил здесь. В принципе, все впятером игроки команды Asus Polar на данный момент здесь. Как же не хватает какого-то несчастного Nature's Profit, который пошел бы и бил эти бараки, пока команда NIP в полном составе старается спушить низ. Куда уходят Asus Polar? Они поверили, что NIP остановится, Эра заходит и забирает бараки. Куда пошли Asus Polar? Asus Polar вроде бы здесь. Проюзали протекшн на здание. Пока что подходит сюда Иллидан, разбивает иллюзии. Dreamscoil стоит по троим. Ульта Дазла по троим. Можно врываться. Иллидан здесь. БКБ проюзал у нас Лимп. Лимп через Sonic Wave будет пытаться разобрать Иллидана. Иллидан под грейвом. Надо уходить в Shadow Dance и бежать отсюда. Иллидан, если умрет, будет проблема. Иллидан должен байбекаться. Да, байбекаться Иллидан. Здесь Феникс Сан проюзала NIP команда. Пока что в нереальной заднице команда Asus Polar. Просто невероятно. Жив у нас Фобос, но Фобос внизу. Падают бараки. Иллидан врывается сюда, но здесь уже все фуловые. Кого бить, непонятно. Они без маны, но они фуловые. Эра бьет как не в себя вообще. 3900 у него на руках. Манта Стайл. Баттерфляй с руки. Луна бьет как дурная. Как ее забирать, вообще непонятно. Сейвят ее все, кто только может. Вся игра сейчас на Эру. Минус 2700. 2100 зарабатывает команда NIP. Пока что Asus Polar в дичайшей неприятной ситуации. За одну драку с 4000 на 12 перескакивает NIP. Asus Polar имеет все меньше шансов, чтобы восстановить хоть какой-то баланс. У Эры Аегис был очень долго. По-моему, это самый долгий Аегис в этой игре. 3400 на руках, потому что куплен рецепт на сатаник. Сейчас у этой дряни будет еще и сатаник. Что с ней делать, непонятно. С руки у нее 300, ее 3. Сатаник юзает, отжирается с 125% вампиризмом. Вообще непонятно. Как фокусить, не ясно. Хикса до сих пор у команды Asus Polar нет. Квапа врывается у нас на Фобоса. У Фобоса феноменальная реакция. Улетает еще раз отсюда. Хикса нет. И что? И ни у кого нет хикса. Нечем цеплять. Просто нечем. Ускоря с мага Вейл оф Дискорд. Но что с Вейл оф Дискорд? Здесь есть БКБ. Здесь есть Манта Стайл, который Мистик Флеера как минимум секунду и выйдет. Здесь есть Баттерфляй. Надо просто хекс это. Луна должна стать курицей. И бить эту курицу будет легче. Фобос пошел в Аганим. Зачем Шива? Не очень понятно. Вместо Шивы был бы хекс. Было бы просто чудесно. А хекс бы уже был. Уже бы был хекс. Ну, Фобос тоже парень незалетный в доте, это все понятно. Так, находит у нас Эру, врывается у нас Иллидан. Иллидан включает БКБ, начинает нарезать у нас Вич-Доктора. Вич-Доктор жив по-прежнему, наконец-то умирает у нас Вич-Доктор. Dreamscoil по двоим сразу, надо ульту давать. Дазл ульта была, в принципе, проюзана. Эра стоит здесь и просто бьет все, что видит вокруг себя. Забрали Вич-Доктора. В полном составе команда Asus Polar жива. Иллидан здесь, Иллидан, кроме как пешком на базу, больше никак не доберется. Пошла погоня, забрали у нас Дазла. Один в один разменялись. Вич-Доктор на Дазл, невелика потеря. Тауэр стоит, Тауэр пока что не позволяет зайти здесь на линию. Так, пошла у нас погоня за Лимпом. Где у нас убили Лимпа? Лимпа разобрали, Лимп возвращается в драку в очень скором времени. Как же можно было пропустить Лимпа? Зачем я эти Тауэра смотрел? Ладно, падает у нас Тауэра здесь. Иллидан фуловый, Иллидан на миде. Вместе с Фобосом они на миде. У вас горит Тауэр на топе. Вы же прекрасно это понимаете. Почему вы здесь? Лимп уже в файте. Здесь два блинка. И Лимп уже будет здесь. У Лимпа есть Sight of Vice. Это то, чего не хватает команде Asus Polar. Хоть как-то зафокусить Эру. Эра в БКБ. Эра под сатаником. Так, врывается у нас пак. Сайленс дал по Эре. Эри, что ему вообще с того Сайленса? Он стоит и бьет. Сейчас включится сатаник. Маг у нас ворвался. Лимпа отсюда отталкивает. Маг у нас под аркидом. Летает Эра в ветрах. Эра опускается. Начинает бить третий лайн. Квапа у нас кричит. Лимп проседает по хп. Иллидан Shadow Dance уже использовал. Эра стоит и просто бьет бараки. И что ты ему сделаешь, вообще непонятно. Иллидан врывается у нас в Эру. Врывается также все, кто только есть. Фобос в Эру.
Эра улетает. Куда у нас улетает Эра? Эра улетает у нас на базу. Черт тебя дери, Чен. Последний барак. Просто суицидится барак. Феникс. Это мега-крипы для команды Asus Polar. То, что Asus Polar станут сдаваться при мега-крипах, мне в это не верится. Т4 последний горит. Трон стоит голый. Стороны нет. Стороны нет. Это означает, что идут мега-крипы. Это еще не они. Да, это мега-крипы. Нет, это супер-крипы. Мега-крипы выйдут сейчас. Мы просто посмотрим в их беспощадные глаза. Эти ублюдки через 20, максимум 20, но я думаю, минут через 5-6 должны снести трон команды Asus Polar. Хенскин здесь у нас от Фобоса проседает. Так тебе и надо, Хенскин. Хенскин уходит. Еще и напоследок забрал крипа. Чен умирает, но слишком поздно Чен умирает. Надо было раньше убивать Чена. Вот они, мега-крипы. Вот он, дэмэдж. 100 дэмэджа. Вот крипы, которые есть у команды Asus Polar. Где вы, бомжи мои? 26. А здесь крипы, у которых 133 дамаги, 100 дэмэджа, 3 дефа, 1270 хп. Вот здесь крипы, 600 хп, 26 урона. О чем вообще можно разговаривать? Asus Polar шли на равных, но без сторон драться очень сложно. И тут, в принципе, нечем толком отдефить. Здесь никого нет, у кого был бы Battle Fury. Возможно, есть смысл Battle Fury приобрести Сларку, но это тоже бесполезно. Надо идти и пытаться забрать трон. Здесь Сларк стоит и разваливает всю эту пачку полтора часа. Это всего лишь один стак крипов. Когда их 3 или 4 сюда прибежит, а они идут сюда, и понятно, что по механике доты они должны сюда идти. Asus Polar без товаров, без сторон. И самое печальное, без бараков. Один несчастный Т4 стоит здесь. Так, врывается у нас Фобос. Ну, в принципе, уже печальное зрелище мы с вами будем наблюдать. У Пака появляется рефрешер орб. Да Хекс, купи. Зачем рефрешер орб? Кого ты будешь держать? Купи Хекс, Фобос. Ну что ж такое? Нечем контрить Луну, просто нечем. Вообще, ну никак ее не подсейвить, ничего с ней не сделать. Точнее, никак ее не застопить, ничего с ней толком не сделать. БКБ включила, все. Но если влететь с даггера и дать Хекс рано в Луну, может быть, получилось бы разобрать. Может, не было бы вот такого дерьма, как на топе сейчас у команды Asus Polar. Ну, отчаянный шаг делать точно нужно. У Фобоса рефрешер есть. Фобос, в принципе, через рефрешер, я думаю, и Шивой будет пользоваться. Ну, на один раз купить рефрешер орб, это, конечно, смешно. У Скаря с мага имеется Вейл оф Дискорд, есть Баклер, но уже закупились под ноль. Ну, эти ребята спокойно стоят. Ну, не просто на курорте. Они уже отработали, они получили путевку на курорт имени машиностроителей или еще какой-нибудь. И отправились убивать Рошана. Им вообще ничего не надо делать. Здесь все делают крипы. Они просто ходят, потом пойдут в сувенирную лавку, купят что-нибудь себе. Я, конечно же, говорю, а вот это через Duty Free пару бутылочек, какого-нибудь коктейльчика сделают себе. И будут стоять, смотреть, как погибает команда Asus Polar. А тут реально начинается возня и реальная шахта и забой. 23 дают за этих крипов. 23 монеты. Этот крип сильнее, чем вся команда Asus Polar вместе взятая на первом левеле. Этот крип сам бы шел и в соло снес все, что здесь надо. За него дают 23. Ну, такая дота. Правила, понятно, что не сейчас придуманы. Все об этом знают все. Если бы в данной ситуации были NIP, не думаю, что я бы так флеймил. И все бы было вполне себе комфортно. У Эры есть Сатаник, у Эры есть Мантастайл, у Эры есть Сыр. Ворвались у нас в Эру, Эра не успевает провязать БКБ, под римскойлом стоит Эра. Эра не съедает Сыр, Эра съедает Сыр. Чертов Эра съедает Сыр, сыроед. А Сларк врывается в него, Сларк на лоу хп. Здесь на лоу хп Скайрос Маг, на лоу хп Фобос. У Фобос не будет ничего на байбек, у Эры... У Иллидана по-прежнему есть еще хп. У Иллидана на байбек тоже не будет. Иллидан умирает. 119 секунд его не будет. Мега крипы бьют трон. ГГ ВП. Как бы мы ни топили за команду Asus Polar, не от этого зависит ее победа. Скилл был выше у NIP. Не могу не признать это. Они взяли то, что должны были взять. Им дали взять, пикнуть. Им дали луну для эры. Это еще одна луна. Луна в первой катке наказала, луна наказала во второй катке. К сожалению, команда Asus Polar остается на третьем месте. Major All Stars какую-то там кучку денег зарабатывает. Но главное что? Главное что? Главное, что ниндзи в пижамах отправляются в гранд-финал, где их ждет команда Империя. Я думаю, Империя за своих российских братьев мстить да будет. Тем более Империя свежая, Империя не играла эту игру валидольную, Империя готова. Ждем, болеем. По-прежнему верим в нашу СНГ доту, сильнейшую доту на планете.
LOL. И ждем финального матча данного турнира. У микрофона друг, это команда... Ой, это команда, боже, заплетается уже язык. По-моему, 12 час в эфире. Это студия Игрокам ТВ. Мы ждем следующий матч между командой Empire и Ниндзя в пижамах. Не переключайтесь. Если вы даже дойдете со мной до конца этого игрового дня, то, я думаю, в карму вам такой плюс будет нереальный, что вы сможете смело ходить. Ну и не буду говорить, что делать. В любом случае, не переключайтесь. Совсем скоро Empire против NIP. Пока что оплакиваем поражение команды Asus Polar. С кривой ухмылкой радуемся за Ниндзя в пижамах. Ждем гранд-финал. Услышимся очень скоро.